Всем привет! Некоторые из вас сейчас зададут себе вполне уместный вопрос: что происходит, кто меня рейдит и зачем они это делают? Но скоро вы все это обязательно узнаете. А мое путешествие началось на самом хардкорном сервере, Растория Йоумейн. I just wanna drink water, my friend. What are you doing? Нельзя воровать нашу воду ни в каких случаях. Нифига себе, тут война идет. Меня здесь нет, пацаны. Так, они тут кого-то убили. О, так это клан Папа здесь. Клан Папа на этом сервере был один из самых огромных. Их было больше 25 человек. И если это был огромный клан, значит меня ждал на их территории контент. Клан Папа — это самый жесткий клан на Растории. Самый огромный. Блять, я тебя захуярил. Получается, мы нашли контент? China, f**k your ass. Yeah, f**k you. Come on, Chinese, stupid Chinese. Yoink. Easy, China number one. China number one. Мы нашли Папа Клан и решили отстроиться прямо возле них. Почему я сказал мы? Потому что я играл с ржавчиной. Блин. Слушай, давай просто реально сейчас до двушки дойдем и будем у них сидеть под хатой. Вообще это гениальный план. У меня аж это, что-то пробудилось внутри. Изи! И кто кого убил, интересно? Я его убил! Я второго убил! Что происходит? Вижу тебя плохо. Так, я двоих убил. Блин, надо похилиться чем-то. Тут тип. Герара Гербич! Наказан. Мы можем с тобой домик отбабахать. Да, давай так и сделаем. Но перед тем, как строить домик, я решил посидеть у Папа Клана. И все, что я с них выбивал, я сейвил в Small Stash'ики и возвращался к ним еще раз. Типа одного сдрил. Я убил типа с МПшкой, но я не залутал ее, слышишь? Я забрал патроны оттуда. Минус. Хорош. Я Томпсон забрал, убегаю. Я убежал. Давай дом строить. Плюс второй Томпсон. Ну, два томика — это уже серьезно. Мы бегали и искали место для постройки. И услышали рейд пайпами, куда мы и решили сходить. Тут еще дверь. Тут есть мясо. Тут 125 хп, слышишь? Но нам нечем дострелять. Вот, ты можешь этим камнем, который камень, постучать дерево, которое дерево. И мы с тобой скрафтим топор, который каменный. И будем рубить деревья, которые деревянные. Мы подфармили немножко камушка, и как только собирались строиться, снова услышали файт, который мы мимо пройти не могли, это точно. Их тут много, и он сейчас домой зайдет. Я бы сначала чизерку отстроил какую-нибудь. Давай посмотрим, сколько их, и тогда решим. Как смотришь? Вижу их. Их четверо. Слушай, я бы пожалел их на данный момент. Минус один. Меня убили, слышь. Он один тут. Он слева, он на мне. Он на мне, можешь прыгнуть и убить его. Убил. Я умер. Бери пушки, убегай оттуда. Ромчик засейвил какие-то пушечки, и мы решили все-таки отстроить нашу первую чизерку. Встрезуйся.
Подожди, он жив? Он живой, он живой, он живой, он живой. Лутаю его. Ща, надо ящик скрафтить. Меня убили. Бомжики наш домик быстро рассекретили, но ничего страшного в этом не было. У нас было очень много нычек. У меня есть пайп, но у меня нет патронов. Я намутил себе патрончики и решил сбегать китаёзом. Опять фармит? Да. Бензопилой? Нет, обычным топовым топором. А, нет, бензопилой. Бензопилой. Hello! Бегай. 5000 дерева. Давай сразу стрелку сделаем, чтобы у нас тип не сидел. Мне кажется, он расстроился и вышел на крышу. Тип у нас двушка сидит. Двушка сидит. Прям в этой. Типично. Двушка и ресурсы себе подъехали наши. Мы решили избавиться от дуркемперов и построить себе второй этаж. Ну и про китайцев мы тоже не забывали. Мы постоянно к ним возвращались. Убил берету. Убил. Чай на дерево. Да, давай поставим их ники, слышь, папа и аватарки. Слева тип. Вижу, с двушкой. Убил. А, с пайпой. Я лутаю, убегай. Убил? Да, это без клана папа. Без клан тега. Я берду забрал. Они турели запустили. Убил еще одного типа. С берданкой был. Беги. Бегу. Сейчас мы с них ящик пушек выбьем и будем уже шиковать бегать. А пока мы бежим доставать китайцев, я хотел вам напомнить, что вы можете написать комментарий, который я обязательно прочитаю. И подписаться. Они про нас, кажется, забылись. Почему-то мне кажется, они не выйдут. Я могу представиться торговцем странствующим Бенджамином. Да, подойди с ними, поговори, типа, покричи там. Подойди, поздоровайся с ними. На китайском это Сони Ма, поздоровайся с ними. Сони Ма, Сони. Сони Ма, I'm Benjamin. Сони Ма. Сони Ма. Он тебе привет передает, слышал? Аниме Дютио. It's me, Benjamin. Ай, он смотрит на меня. Он умер. Уходим отсюда. Чувак, ты разозлил. Они же теперь знают Бенджамина как плохого человека. Уходим. Он бы не дал нам уйти. Он же вниз не падал? Он внизу. Пощубил спок. Двоих убил. Это я? Пощубил его. Хилится. Я валяюсь. Я киляюсь, сейчас прибегу к тебе. Убил. По мне с болта стреляют. Дружище, у меня МПшка, СМГ, Томпсон. 17 картечи. Это 17 выстрелов по папе. По попе. Ого, 100 скрапа. 100 скрапа? Изи вообще. Там второй еще валяется, посмотри, что у него. Отлично, нам печки нужны. Как ты смотришь на это? Отлично, я 15 топлива взял, бегу. Шикарная дверь. Все, у нас есть две двери, теперь можно не ссать. Так, кто нас рейдить будет, мы бомжи? Блин, а мы так и не посмотрели, дорейдили дом? Не дорейдили дом. 30 хп у двери. Можно задать. Блин, тут шкаф закрыт. Печка, металл. У тебя вообще нет никаких изучений? Не-а. Абсолютно. Кирка и топор изучены. Так, что у нас есть? Чем мы можем добить? Картечью? Ну, картечь так жалко тратить, конечно. Почему-то, мне кажется, это фармил наш сосед. Нет. Вижу его. Чем он фармил? О, в топ-сете! Тихо, не стреляй в него.
Он меня заметил. Очень много тычек. Нет, он тут. Ты жив? Да, живой. Пушево. Меня болт чекает. Я... Плохая идея. Плохая, да? Да, очень. Убегай. Я умер. Я их убил, Дим, я их убил! Я их убил! Миллион! Я бегу, я бегу, я бегу. Два инвентаря дерева! Нет, меня убил Тип последний, черт! Может, лучше отбежим? Я одного убил. По мне стреляют. Все, мне очень больно. Фигня какая-то, как он через деревья видит? Когда мы файтились в лесу, по нам стрелял берданчик со сферы. Мы решили его там прижать. Операция мисклик. Операция мисклик. Нет, он тихо. Он сверху. Может, он не услышал? Оп-оп-оп-оп-оп. Сракетниц. Где он? Убил его. Где он? Внизу, внизу, внизу. Два болтовщика по мне стреляют. Чувак, его лутаю. Ой, по мне стреляют. У него фу, дерево вывалилось. Лутай. Я тут, все, можешь убегать. Я лутаю. Меня сейчас убьют. Меня убили, чувак, это жесть какая-то. У него фул инвентарь был, еще и дерево вывалилось 1070. Хит ему дал. Китайцы вычислили, где мы обитаем, и сели у нас под хату. И тут начался конкретный ад. В плане, на нашем доме, короче, это... 6 человек сейчас сидит. Нас рейдить, походу, сейчас будут. Смотри, он уже знает, что ты идешь. Nexus. Он знает то, что я тут сижу, прикинь. Слушай, давай я поставлю первый верстак, изучу все, что можно пока что. Давай. 155 скрапа сейчас потратим. Походу, о, да. Я чай сейчас выпью. Ой, он с аркетницей, походу, бежит. Я могу застроить потолок, слышишь? Are you here this scrap? This is your scrap. Don't be my base, please. You can get raided my base, you f***ing noobs. Просто он вот тут сидит сразу, смотри, впереди. Я тогда сразу выбегу на него. Подожди, стой, 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 стой. Прям тут стой, с фонариком стой. Сидит. Все, готов. Раз, два, три. Чего? Там... Он в джагере! У меня есть другой план. You fucking cocksucker, man. Go raid it my base now or you have small penis. Короче, если они сюда прорываются, смотри, я вот тут стенку ставлю. Я могу вылететь, в принципе. А почему? С чем он? Покажи. Спас. Спас, и у него броня джаггера. Готов? Подожди, подожди. Он же джаггере? Нет, нет, джаггер. Готов? Он слева стоит, сразу стреляй ему в лицо. Давай! Хорош! Димас, так у меня проблема. Я сейчас упаду, Дима, я сейчас упаду, стой, подожди. Все, я сейчас падаю. Зажигалки, я ему сейчас лицо разобью! Подожди, подними меня. Я поднимаю. Готов. Тут джаггер? Да. Отойди. Второго убил. Но я не забрал джаггер, он горит. Плюс джаггер. Плюс джаггер. Давай вылечу. Не надо, подожди. Я сейчас в джаггере вылечу, убью их. Чувак, это такой контент лютый. Я помп не забрал у него, прикинь. Тип снизу сидит. У нас зажигалка, да?
Я его убил. Ты возле дома? Нет, 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 тип залазит тебе. Он умер. Теперь я. Слушай, нас сейчас придут рейдить. Крафти дверь какую-нибудь. Тут нам 1000 хватит. Ну, чтоб еще дома лежало, чтобы мы могли застроиться. Как думаешь, они сейчас придут рейдить? О, хеллоу. Кто живет в этом доме? Здесь живет ржавчина. А, прикольно. Все, беги домой. Я не знаю таких. Зато а знаю голос Чизи. Знаю голос Чизи. Тебе показалось. Чизи. Крафти дверь. Тебе показалось. Тебе показалось, это я говорил. Когда я кричу, у меня, понимаешь, я на Чизи похож. Да, конечно. Прям, знаешь, прям жестко похож. Ну хочешь, хочешь сейчас закричу? Скажи что-нибудь своим голосом. Бля, в тему добавьте побрать скина. Патрики. Держи у меня. Ну это у них спрашивай, у нас своя тема. Типа, я могу добавить вас? Ну давай добавим. Готовы, мешаете нам сидеть у них под хатом. В итоге, когда нас приходили рейдить, мы познакомились с нашими русскими соседями и организовали небольшую деревню, которая воевала с этим папа-кланом. Золотуны. Поднимается, убивай его. Я могу забайтить его снизу. Почти убил его. Он лохопешный. Он умер. У него болт. У меня болт есть. Давай вышку отстроим возле них. Давай. Хитнул. Слушай, ну неплохо. Опа. Отбегай. Меня справа прижимают. Он лоха ХП, он хилит. Башку дал наверху. Я ему дал 5 хитов, добей, найс. Убил. Еще? Бомж у тебя справа. Не знаю, у меня хп нет. Ого, у него дерево. Пока мы искали фармил, наш домик китайцы решили пробахать. А вот сейчас, слушай, нас походу рейдят. А где наш дом? У нас потолков нет, брат. А, это все-таки... У нас потолков нет, все. Дал хит ему. Сейчас я залетаю, профессионал. Он с калашом тут. Где он? Пил! Одного? Внутри. Снизу. Чувак. Есть что. Сбегай сюда, Дима! Уйди, ты закрыл меня, зачем? Тут шкафа нет, где шкаф? Мне отхилиться надо, не знаю. Можешь меня шприцом каким-нибудь уколоть? Нет, у меня нет шприцов. Хоть нас и зарейдили китайские самураи, но мы решили не сдаваться и продолжить борьбу. Да, они с одной стороны задолбили. О, инструменты остались. Пайпы остались. И пули есть, держи, быстрей. Может, они ночью не гуляют? Пошли мясо пожарим. Пойдем. Мы пожарили мяско, покушали и отправились сидеть китайцам под хату. Подожди, сейчас подойдет. Тихо. Пускай. Алло, бич! Кто спаливает? Он не попал в меня. Им, походу, не хватит того, чтобы нас просто зарейдить. Ну, слушай, это хороший дом. И тут печка есть. Давай. Там кого-то рейдят. Ну, такое. Но зато у нас есть дом теперь. Вместо этого же ставлю шкаф. Coming here, two guys. Ко мне идут. По месту стреляют тоже. Уйди оттуда, спустись вниз. Я вижу, там двое типов. Один антирата, другой черный сет. У меня одна обойма в ревике.
один минус. Второй минус. Еще один справа. У меня патронов нет. Бегу к тебе. Убил его. Еще один. Дай мне что-нибудь. Это левая тебя. Ну я типа убил двушки сзади. Класс. Полностью убил. Меня сейчас такой просто забьет тут. Бегу к тебе. Убил бомжа. А-а-а, свежее мясо! Как будто нас и не рейдили, слушай. На сервере было очень много кланов. И пока клан Папа АФКшу, мы решили достать других. What? У них дом в два раза меньше был. У него две перды у этого челика. Вон они на лодках! На лодках приехали! Раз, два, три, четыре. У них у всех берды. Примем их? Не-не-не, подожди, мы сейчас не примем. А я крадусь такая вся в Дочи Габана. Идут. Да, ворота открыли. Убил. Могу к тебе прийти? Да. Минус два. Хорош. Выходит еще. Сзади, 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 сейчас закроет. Кто? Лутай, лутаем и уходим. Нет, все, забей. Вот что тебе надо? Зайдя на следующий день, я увидел, что наш домик не зарейдили. И это означало только одно, что я буду продолжать доставать китайцев. Подними, пожалуйста. Поднимаю, поднимаю. Подуши. Спасибо. Добей его. Хорош. Когда я зашел на следующий день, я увидел то, что китайцы пытаются застроить склад. И в моей голове появился гениальный план. Поставить шкафы. Они пытаются огородить склад полностью, прикинь. Надо им шкафы везде натыкать. Я понимаю, там турель еще будет сеть. Диман! Еще один Дима. Hello. Братец, я угнал, я калаш угнал. Иди сюда, сладкий персик. Халло, бич! Уходим. Уходим. И чтобы они не могли застроить полностью территорию, я ставил им шкафчики. Ха-ха-ха!
Познакомься, это мой шкаф теперь. Что этот жук вонючка себе позволяет? Ха-ха! Плюс ветряк. Плюс ветряк. У меня появился гениальный план. Просто гениальнейший. Я забираю их ник, я прям сейчас это сделаю. Я сейчас заберу ник, перезайду в игру и поменяю аватарку. Заходим в игру. Я сменил ник, поставил их аватарку и попытался проникнуть в их клан. Ух ты, ё-моё. Кажется, там кого-то рейдят. Чего? Их было прям, ну, очень мало. И поэтому я решил просто понаблюдать за происходящим. Что? Мне кажется, они ищут мой дом. Убьют они меня или нет, мне интересно. Я пытался проникнуть на их рейд, но они почему-то меня узнавали. Я не знаю как, ведь у меня был их ник. Не рейдите, блядь, Димана, ёбаный. Нахуй, не рейдите, блядь. Минус хата. Ну да, зовите всех своих друзей, чтобы рейдить кибитки 2 на 2. Я снова стал бомжарой, но это меня не останавливало. Как пострелял по бомжу. Мой третий домик я тоже отстроил возле них и решил продолжать их доставать. В моем доме поселились какие-то бомжары. What are you doing in my base? Они просто всех в округе выселяют. Красавчик, красавчик. Ну, без звука сюда подняться походу Unreal.
Отлично, у меня отпускает, я могу уйти отсюда спокойно. Плюс еще один сетик, который я могу потом реализовать. Плюс калаш. Восемь типов. И вот что вы думаете? Увидев 8 типов, я испугался? Hey, нет, я побежал за ними. What the fuck? For them. Are you hacking? I don't know. I'm just lagging, bro. Lol. My father's I'm watching Netflix. Что ты тут делал? Я вижу заветный кустик ткани. Hello. Ну, очевидно, ночью мне тут делать нечего. Возле китайской территории я накидал побольше спальников, еще до того момента, когда они поставили много турелей. Сколько они турелей поставили? Много они турелей поставили. Очень. Пока, турелька, пока-пока. Изейший калаш в студии. Ё-моё, тут рейдят ракетами. Алой. Алой, алой. Здравствуйте, мужчина. Здорово. Как ваш ничего? Два дня меня рейдили китайцы, 15 человек. Вроде бы ничего, вроде бы неплохо. Пойдет. Я не понял, подожди, тут ребята кибу строят? Прикинь, тут кибитку для рейда строят возле них. Тут сейчас будет мясо, сейчас я откину, подожди, я челика попробую без двухи. Здравствуйте. Здорово, здорово. Мариса. Ощущение такое, будто бы их взорвали, подожди. Ну да, там чуть-чуть не хватает. Давай посмотрим. Давай, одним глазком. Да, их походу рейдили, смотри. Тут рейд киба стоит. Турель, турель. Да, а где турель у них? Слушай, выглядит так, будто бы там можно что-то залутать. Я не очень хорош с ним за Димой. Не, плохая идея. Плохая идея. Меня убила турелька, и я решил скрафтить композитку, чтобы ее разбить. И посмотреть, что находится в центре дома. Найс. Let's go, мужик. Ну, нормально, 50. А, не, там турель. Еще одну разбивать я, пожалуй, не хочу. О, тут ящики есть. О, нифига пусто! Так. Ого! Оно, Димас? Ё-моё! Нам бердана хватит до конца вайпа с китайцами драться. Let's go, мужик. Окей. Тип спит с калашом, а я дотянуться до него не могу. Нет, нам спальник нужен. Слышишь, тип проснулся, я умер с калашом, лол. Он внизу возле... Ну... Возле шкафа? Возле ящиков, да. Возле того. Full gear добил меня. Kill me. У меня спаун должен быть здесь.
kill me. Хоть в какой-то есть патроны? Он на улице три хита дал ему. Он со стороны, где я выкидывал пушки, он собирает их. Я понял сейчас. Тут миллион металла, тут калаши у меня. У него 2 хп. Тихо. У меня 9 хп всего. По воде кто-то бегает. Я по воде, я по воде. Он забрал ганы. Ничего страшного, у меня еще столько же. Окей. Okay. АВМ забрал, да? Ну ладно. Давай как-то мы с тобой засейвимся. Давай, давай. И вернемся сюда сейчас. Да. Ну это жирно, это жирно. Это жирно, мужик. Убил его. Хорош. Ай, сейчас меня... Нифига он спреет. Челик с крыши просто не дает шанса. Он бимер, да. Это папа. Их, кстати, их больше Тиму И, потому что он смотрел на меня какое-то время, не стрелял, понял? Угу. Как будто они специально построили для привлечения внимания, знаешь? И сами стреляют оттуда. Это какой-то next level вообще геймплей, мужик. Если это так, то это просто next level. Я двоих убил. Слушай, давай двушки скрафтим, с двушками туда пойдем. Ой-ой, их там четверо уже. Там война. Ты что, челик с двухой? Зачем ты по мне стреляешь? Тебе. Окей, мужик, окей, я вижу, как это работает. Ну, они бахают. Я этого убил! Хорош, Димас! Осталось 97. Да меня чел с двух убил. Why you so dumb, man? Да. Тут калаши с мертвым валяются. Я калаш забрал. Я калаш забрал, умер. Это тот челик, который меня с калаша убил. Хорош! Ого, нет, да, это я. Они какую-то японскую музыку включили. И эта японская музыка похожа на какую-то армянскую. А, я умер! Там колючки впереди стоят, прикинь? Да-да-да, у меня спа... Китайские самураи бегали у меня под хатой. Я понимал, что что-то скоро начнется. У нас какие-то люди возле дома спамят. Угу. А тебе ревик тоже нужен? Я с ревика сейчас самолет сразу бью. Я взял ревик. Скалаш прям здесь стрелял, и пятка. Он на вышке сидит. Да? Да, они вдвоем на вышке. Мы даже не уйдем отсюда. А, окей. Мне кажется, нашей базе сейчас будет бомбом. Это очень на Тодим похоже. Do you want to get raided, idiots? No. We fucking noobs, guys, please. Don't kill us then. Или это их? Окей. Мы даже выйти сейчас из дома не можем, потому что они на вышке сидят. Он меня убил. Я не понимаю, как это работает. Или застроиться сейчас. У нас два выбора. Либо застраиваем в глухую, либо переезжаем отсюда. Как ты представляешь, что мы переезжаем, типа? Мотаем ресурсы, короче. И просто текаем отсюда. Вперед из песни. На новый сервер. Давай, я готов выйти, да. Чекну. Нет никого? Я никого не вижу пока. На вышке их нет, но они строят. Я вперед бегу и налево, да? Я все забрал. Хорошо. Ну все, снова. И мы понимали, что они уже готовятся на рейд нашей хаты. И я отстроил новый домик. Мы перенесли все основные ресурсы, забрали верстак и услышали, как идут они. Они нас рейдить идут. Они, чтобы зарейдить кибу 2 на 2, взяли 50 человек.
Чувак, они рейдят нас ракетами. Очень, кстати, переехали, не находишь? И пока они рейдили, я спрятался у них на складе и ждал, пока кто-нибудь придет на переработку. Какая-то ларка на серии. У меня есть пайп для тебя, если хочешь. У меня есть калаш. Я понял. Да, болт смотрит в твою сторону. Подходите! По одному! Пожалуйста. Всех порешаю! Здорово, Димас. Как дела? Болт еще там? Да. Нас сейчас пушить не будут. Не хочешь мне болт дать? На, надо уходить отсюда. Угу. Он на вышке сидит. Он в кофейнике. Он супер много мне дает. Калаши сзади. Калаш 210. Ты подобрал болт, да? Нет. Ты жив? Да, я жив. Я без хп. Хае? Убил одного. Живешь? Спас. Да, я живу. Нет, я не живу, я умер. Вышел, убил одного. Еще одного убил. Лучше. Еще одного убил. Что ты творишь? Меня убили. Нет, все, Unreal. Ну, попытка была хороша. Надежды что-то угнать у них мы не теряли, поэтому крафтили двушки и возвращались к ним снова. А я вижу типа на 240 на земле. Калашист. По ним файтер. Он берется с ЛР-кой, да. Пойдем. Пойдем. Да, он умер. Перейдите. Я калаш забрал. Сзади с вышки Томпсон. Я знаю. Убил его. Я рядом. Надо больше спальника. Помойку убил. Патронов у меня нет. По-моему, есть фарик уйти. А вот это по мне было только что. Нас пушит кто-то. А, снаружи. Я убежал. Налево сразу забегаю и все. Я тоже. Изи. Что? Что? Ну ладно. Нормально. Неплохо. В деревянном домике было. Слушай, короче, я вчера выработал супер план. Да ты шо, капкан? Да. Давай изучим гантрапы. Давай. Напихаем по дому кучу гантрапов. И давай. Будем стрелять с ракет, со скоростных ракет. Давай. Побайтим челиков, они ж по-любому придут на рейд, который рядом. Конечно, придут. И мы будем просто их отстреливать ракетами. Смотри, нам обязательно нужен выход на крышу. Это 100%. Нужно не несколько входов, да. Мы решили не повторять прежних ошибок и отстроить буферку, чтобы нас не пробахали. Да, отлично. Тут можно подъем наверх. А здесь, да, он и будет, да, мужик. Тише, мы там... Это новая ступень развития за 3 дня, реально. Ты о чем ты именно? То, что я базуку изучаю. И у нас будет 2 ворот, правильно? Да. Самую малость камня дофармим. Да-да, там закончить вообще писечку осталось, на самом деле. И буферку снизу добавим. И пускай рейдят. Пойми, Дима, что китайцы, они всегда возвращаются. И поэтому нам просто нужно проявить немного терпения. Все будет хорошо, Димас. Помчали фармить. Помчали. У нас был план подбайтить их, и для этого нам нужно серы. И мы пошли фармить. Пытаются воровать у нас. Это ошибка. Но у них не получилось. Он лежит тут, мёртв. Bro, move you. I'm fucking with you.
Merry Christmas. Что тут происходит? Наконец-то мы достроили свой домик и были готовы байтить китаёс. И поэтому решили пробахать у них ферму. Какие качественные сачели ты изготавливаешь, Димас? Ну так... Сачели... Не подведи! Вперед. Они собрали урожай? Тут открыто, тут открыто. Тут папа спит. О, тут ткани много. Но тут непонятно, куда идти. Я иду. Он меня убил. Это китайские... Челики, они открывают гаражки. Так что, мы прям на плюсовой, что ли? Я прям залетаю, да. Справа стоит. Много дал, много дал. Поднимешь? Бомж идет. Блять, перезарядка. Он калаш поднял. Он убил меня. А мне нечем его убивать. Убил его. Убил? Хорош. Да. На. Они, по-моему, на крышу идут. Один у меня. С горы или... Снизу, подо мной, возле дырки. Три, да, он мёртв, мёртв, мёртв. Тут еще есть. На мне. Я живу нормально. Минус хазик. Хорошо, я хилюсь, он меня чуть не убил. А где он? Нет, меня хазик чуть не убил. Калаш на СВ за рельефом. Да-да-да. Он в пиксель стреляет. Он жесткий. В гаражке. Ща им подарок отправлю. Да. Их трое. Минус три. Фигово, что он гаражку закрыл. Аккуратненько. Я с тобой. Под фермой. Окей. С правой стороны. Есть хитмаркер, нет? Нету. Я подпушиваю. Ну, блядь, ебать он, я мертв, я мертв. Не... Он убил меня? Я ему дал с базуки в упор, он меня убил. Он мертв, он мертв. Там еще есть. Ты жив? Да, да, да. Он залутал, уходит правее. Можешь ты, иди ко мне, мне очень нужны хилки. Я под фермой. Он ушел направо за эту херню, я один хит. Да, там он же, убил, там же. Убил, возможно. Лучший. Убил, теперь точно. Он заспавнился дома, мне нужны шприцы. Прямо сейчас. Иди сюда, на шприцы. Давай домой отнесем. Ну, давай. Вы такими пусящими, у вас 5 сетов забрали, алло. И они не крафтят ракеты, у них лежат ящик ракет уже, мужик. Если один. Может, они готовятся сейчас, собираются нас рейдить. Всякое бывает. Под домом этих? На доме, да, на доме. Коптер прилетел, еще один. Они продолжают свой штурм. Они сели на крышу. Они к ним на крышу сели, what the fuck? Лол. Пока кто-то прессовал китайскую базу, мы решили сбегать и купить коптеры. Ты как свой коптер назовешь, Димас? Давай назовем коптеры Пупа и Лупа. Здорово, Вася. Дай мне, пожалуйста, коптер. Спасибо. Ты можешь на крышу садиться, кстати. Там война идет какая-то. Да, я не слышу тоже. Я посадил внизу коптер и... Там пулик стреляет. Давай посмотрим. Короче, у меня есть гениальный план. На выход с этого сервера. Пока они строят вышку, берем лупу, летим к ним. Я бахаю с базуки типа с пуличем. Угу. Хватаю у них пулик. Угу. И возможно мы улетим оттуда. Если нет, то мы заспавнимся здесь и задеспавним. Все, бой, на вышку прям к ним. Хорошо. Я готов, у меня джаггер сет. Хорошо. Ты можешь прям гипать их, мужик, стал. Все, вот прям сюда меня, вот прям вот сюда. Ну, все, я с тобой, ты что думал, я куда-нибудь в другое место пойду?
Я внутри, все. Тут турель слева. Тут много турелей. Они идут сюда. Угу, наберешь. Я спасаю пупу. Спасай. Блин, слушай, если ты мне еще пару ракет скоростных привезешь, мы бахнем у них турели. Минус. Базучик Дмитрий в деле. Я не вижу больше ракет пока. Минус. Плюс джаггерсет еще один. Хорош. Я ящики лутаю, чувак! Быстрее сюда, тут калашей миллион. Я здесь уже. Забирай, забирай калаши, улетай отсюда. Отойди, отойди, он может бахнуть тебя. Он убил себя. Можно я забрать? Граник можно забрать. Да, я забрал граник. И его можно забрать. Сколько я зарядов у него? Сейчас, секунду. 5. Итого 9. Где стекло? Я бахаю, я бахну. Я не зарядил. Смотри! Окей. Одевай, одевай сразу. Доломал. Справа стоит. Убил его, походу. Дал хит ему. Да, он мертв. Забирайся, забирайся с него. Я буду низ контроля, знаешь что? Ты можешь эту ракету изучить и скрафтить, слетать домой. Могу. Если китайцы, Димас, еще не идут к нам, мы идем к китайцам. Вот это контент, который мы заслуживаем. Я забирал, мне кажется. Слушай, давай я принесу кучу патронов и расстреляем. Меня сейчас сколько? Убьют, тихо. 270 тихо, нашел. Тихо, тихо. Меня убили, чувак. Это ничего не меняет? Или меняет? Мы потеряли 2 наших коптера и решили сгонять и купить еще один. Давай назовем его, знаешь как? Small Penis Man. Давай лучше Big Dick тогда, Мэн. Давай реально Big Dick, мы ж реально... О, смотри! Смотри! Смотрю. Посмотри. Чё? На крышу. На какую? Вот сюда, смотри, видишь, тут стип сидит. Оставь меня, пожалуйста, здесь. Он хочет нас. А мы его хотим, давай, давай! Давай! Он ударился носом, ты видел? Ничего не бойся. Давай! Нет! Монка! Нет! Нет. Нормально, сейчас вытолкаем. Готов? Да, я всегда готов, там нету чего. Блин. Это беда, конечно. Есть! Есть! Мужик! Есть! Полетели домой! Домой! К папочке! Кто-то сегодня едет домой пешком. Кто-то почилил, называется. Что за битва на коптерах была? Биг Дик победил реально, слышишь? Да, он вообще без шансов просто. После этого мы очень много времени ждали и надеялись, то, что нас придут рейдить китайцы. Но они так и не пришли, и поэтому мы наводили движуху на этом сервере. Поехали. Давай тут сядем. Минус базука. Еще, еще с базукой. Убил. Мёртв. Еще один наверху. Голый. Убил, возможно. Еще один вышел. Аккуратно. Я жив. Лучше. Отойди назад. Отойди назад. Не могу. Минус ЛР. Калашников на крыше. Ракеты скоростные. Ух ты, ё-моё. Одно хп. Мне кажется, нам надо выше взлетать, чтобы на крышу сесть. Там он чё, на там крыше. Чё, направо, направо. Живи. Нормально, он бинит. Его с двушки только что слышал? Да, возможно.
Очень большой шанс, что его убили. Мы можем с этой стороны вообще облететь сильно и зайти с другой стороны к ним. Давай. Все, готов? Не разбейся. Слева был близко. Один готов, справа двое были. Два хита ему на крыше дал. Я по стенку поджимаюсь. Куда ты, что держи? А, я вижу. Я по стенку тут подожмусь, и нормально все будет. Крышу смотри. Справа я убил на крыше. Сидит. Понял, справа один сидит. Можешь подбегать ко мне. Где именно сидит справа? Справа за стенками. Внутри компаунда? Да, да, да. Убил слева. Убил справа. Я на крышу пошел, не пикай сам, не пикай сам, не надо. Короче, ладно. Это дым. Он мертв. Хорош. У него ракеты, сишки. Я ничего не вижу. Я тоже. Где я? Не понятия не имею, у меня 30 хп. Я в ящике каком-то. Мне страшно. Тут ящики. Тут очень много лута. Тут, тут камень, где я? Я не хочу знать, у вас что происходит? Я вижу, я что-то вижу. Я что-то вижу. У меня 30 хп, мужик, мне нужен хил. Иди сюда. Я хилю тебя. Я похилю. Хорошо, хиль меня еще, мужик, пожалуйста. Я не вижу тебя, где ты? Где ты тоже? Да где? Меня убила двушка. Убил его. Хорош, лучше я тут здесь, еще. Я бегу к тебе. Меня убили. Нас убили, но у нас было время вернуться, так как рейд был совсем недалеко от нашей базы. Минус один. У меня есть базука. Он жив. Одного бахнул справа. Еще ракеты есть? Один. Конечно. Справа второго входе, второго, да? Бахнул. Добил, убил, наверное. Томпсон. Наверное, добил, наверное, добил. Справа. По мне пятка. Дал. Дал. Внутри один. Он дорейживает, наверное. Ты живой? А, нет, он не дорейживает, он тут. В нашем сете. Я жив, подожди, не спеши. Где внутри, на территории? Он у меня. Убей, 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 убей. Хорош. Убил, убил. Нету сишек у него. Еще один внутри. Мне пятку надо забрать, подожди. Да, нет, да, 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 двое зашли. Двое лежат. Там надо снизу подзакинуть ему. Убил его. Лучший. Есть сишки? Нет, ракета, я ракета, не знаю, сишки. Я снаружи смотрю. Добахивать гаражку, я добахиваю, насрать. Насрать. Я жив. Шкаф. Крышу, гантрап, я умер. Там гантрап, аккуратно, не заходи. У меня бомж, у меня внутри бомж, у меня внутри бомж. Внутри? Я его убил. Я его молотом зарубил. У меня пятерки заканчиваются. Сейчас, сейчас все будет чики-пуки. Я себя залутал. Не, не, ты не понял, мне просто экстренно нужны пятерки, у меня нет пятерок. Ты можешь ко мне идти. Я скину пятерки. Еще двушку убил снаружи. Я не знаю, что с гантрапом делать. Я могу... Ты можешь поконтролить снаружи, я посмотрю, что можно сделать с гантрапом. Я ломаю гантрап, все. Крой. Да. Я умер на улице, на входе, вундед. Слева от забора пятка. Понял. Меня не лутают еще, но я справа понял. Голый был. Он сейчас подойдет к телу, тебе надо выйти. Убил справа. Слева пикает, слева пикает. Слева убил. Слева под деревянным понял. Забором, двое, двое. Второй пикает тоже. Мне кажется, я не смогу тебя поднять. Пикает в центре, open. Два хита. Второй. Он пушит, пушит, зашел вовнутрь. Я умер. Справа убил. Внутри, в упоре. В упоре убил. Он меня чуть не убил. Я почти с тобой. Там еще под забором один, у меня патроны кончаются. У меня есть ган, я снаружи. Где они, внутри, нет? Я не знаю, где они. Одного бахнул кого-то. Ты меня бахнул. Я живой. Убил двушку. Блять, Томпсон меня убил полностью, у меня нет спауна. У меня тип. Я всех минусанул, чувак! Я бегу.
Гранаты кидают! Один патрон у меня! И 20 хп! Опять лутают они, они себя лутают. Я наверх полез. Давай. Там Томпсон лежит. Хотя я, может быть, его забрал. Я плыву уже. Тут коптер наш стоит. Кто? Коптер наш. Сверху? Да. Минус раз. Окей. Минус два. Че с двухой сидит? Ты с пушкой? Я хорош. С ларкой, да. Шкаф разбил. Внешних вроде бы нет. Я подожди, ша... разбил шкаф, да? Да, да, да. Я двери крафчу. Ну и безопасности, Димас. И ради этого мы сражались? Серьезно? Ради чего? Это говно какое-то, а не лут. Там ящик камня. Ну это все, что тут ценно. Ну ладно, тут оружие есть. Там люди с веслами с оружием. Мне страшно, помогите вашу игру. У меня строчка калаша. Нет! Нормально, Дима, нормально, живем. Пожалуйста. Живем, живем. Биг Дик жив. Все, все окей. Мне кажется, окей. Окей, мэн. Потом мы еще очень долго ждали китайцев, но они так и не пришли. Поэтому было принято решение слетать к ним на базу. Снова. Поехали, Димас. Бахать? Бахать. Они много турелей поставили. Еще под нами прям, видишь что-то? Она выключена, нет? Нет. Стою. А тут турель. Ого! Найс! Он внутри. Я у тебя умер, ты можешь взять у меня ракеты. Там есть ракеты, ты можешь турели у них разбить внутри. А, какие внутри? А, у тебя же гаражка открыта. У них наверх подъем только через тебя. Похилься. Я полетел, Дим, тут больше ничего не носит. А, локер, локер, там пулик может быть. Больше нет ракет. Улететь сможешь, нет? Потравить. Больше нет ракет. Fucking clutch it, let's go, мужик, let's fucking go! Хорош! Тупо, батя, я все это видел, чисто ты реально папка. Хорош. Ха-ха-ха! Изи ограбление лохов. Нет. Нет. Биг Дик, блин. Нет! Самое страшное, что вы потеряли, это нашего любимого Биг Дика. Но мы его никогда не забудем. Китайцы рейдить нас так и не пришли. И поэтому я решил все-таки отдать наш дом. Ведь кому-то он точно мог пригодиться. Блин, да неужели мне придется бегать за этим бомжом, который убегает от меня? Do you need some stuff? I have big base. With big stuff. Wait, I'm off auto turrets. Wait, wait, wait here. Wait, wait, just stay, just stay. I have auto turrets, just stay. I'm off auto turrets and give you all stuff. No, 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 no. Please don't die, man. I think you can go. This is more naked, you can take this naked in your team. Please kill me. Nice guy. You can take O if you need. Take it. L, Nisendo, take it. I just want you to kill me. Kill me. Just kill me. Workbench, shoot me in maybe. The face. Mud. ¿Quieres morir?